Городской конкурс «Квест. Морские старты» – первое соревнование такого формата. Его участники – молодежь из 6 учреждений образования Бреста. Большинство из них далеки от морской тематики. Чтобы ребята познакомились с центром моряков, чтобы увидели, посмотрели, прикоснулись немножко к нашему морскому делу. Ну, чтобы знали, с чем живет наш центр. Главная цель соревнований – получить навыки работы в команде. Для участников конкурса «Квеста» организаторы подготовили несколько увлекательных этапов. С помощью современных гаджетов ребятам предстояло проявить свои знания и умения на морскую тематику. Во-первых, какие-то азы морского дела, возможно, узнают. Те же станции туристическая, морская академия, звания. А то дети не знают даже, когда спрашиваешь в форме человек, он не знает, что сказать, кто это. Кого-то, возможно, так как конкурс городской, возможно, из этих детей кто-то решит к нам ходить заниматься. Я считаю, что это полезно. Пускай лучше ходят к нам, чем на улице бездельничать. В упорной борьбе победу завоевали учащиеся из средней школы номер 31. Вместе с тем, каждый из участников получил массу положительных эмоций и немало новых знаний. Это может пригодиться некоторые на деле. Например, тебя могут просто посадить на корабль и сказать: иди возьми шлюпку и уплывай, а ты не будешь знать, что такое шлюпка, а так ты будешь примерно знать, что это. Если какая-то ситуация, вот ты поехал в поход или что-то такого, у тебя может это все пройдено, ты можешь это сделать легко и быстро. Вот как некоторые задания нам дают, они нас проверяют на выдержку и на силу, и на умение, и ловкости. Первый конкурс «Квест» получился, а это значит, что морские старты в сухопутном Бресте получат продолжение. И городские мальчишки и девчонки будут иметь возможность узнать больше о таком трудном морском деле. Ирина Шойдорт-Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.